Я вас познакомлю с элементом настенного декора. Вот такой вот замечательный настенный колокольчик, выполненный в форме домика. Я думаю, найдет пристанище у любого такого интересного жилища. Значит, крепится на стену. Либо с помощью такого двухстороннего скотча, который поставляется в комплекте, либо с помощью подвески. Значит, отдельно про конструкцию. Изготовлена она из дерева и из металла. Сам вот этот вот боёк или, не знаю, звенящий шарик изготовлен из какого-то камня. Очень, кстати, может быть, это и не камень, но похоже на камень. Значит, ручка выполнена вот так вот в форме сердечка. Три таких звоночка, изготовлены, я так понимаю, из металла, покрытые латунным каким-то сплавом. Значит, и звучит он очень так приятно. В качестве звоночка для дома классная вещица, достаточно недорогая. Рекомендую к покупке. Спасибо.